Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. И, наконец-то, моя посылочка с сайта Shein пришла. И вы знаете, когда я забрала посылку, я сильно расстроилась, потому что она очень маленькая, а я заказывала на минутку 9 вещей. И я не удержалась, слегка чуть-чуть открыла и пересчитала. Вроде как здесь все. Да, здесь все есть. Слава богу! А то я испугалась, у меня прям испортилось настроение, мне привезли прямо во двор. Я такая расстроилась, я говорю, это не все, не может быть, что все мои 9 вещей поместились вот в этот малюсенький пакет. Но теперь, если честно, у меня появился другой страх, значит, эти вещи супер тонкие, супер прозрачные. Я не стала наряжаться, не стала приводить себя в порядок, потому что у меня прям, ну не знаю, прям захватывает дух, хочется все это открыть и посмотреть. Итак, первое, что я вижу, первое впечатление, вот без вас не открывала, клянусь. И первое, что мы видим, он достаточно большой, слушайте, это размер какой? Это размер S. Мне кажется, что он мне будет большеват, он просто огромный, ребята. Я, конечно, буду мерить и показывать вам обязательно и на себе. Ну а так, в принципе, швы все ровненькие, все смотрится приятненько, классно. Единственное, он большой уже, я вижу. Вы знаете, я думала, что будет сильно велико, но на самом деле нет. Здесь есть лямочки, которые регулируются, и это очень удобно. Смотрится классно, мне нравится, и хорошо, что я взяла этот топик. Сзади выглядит вот так вот, не сильно чересчур видно животик, и тянется плюс. Следующая красота — это платье. Открываем. Конечно, все надо погладить. Вау! Сразу надо посмотреть, прозрачно или нет. Не просвечивает ничего, и слава богу, какие рюрички. Вау! Какая красота! Швы все ровные, идеальные, нигде не торчат нитки. Материал приятный на ощупь. Правда, помято, но понятное дело. Столько времени в пути. Очень герметично запаковали. Но фишка вот этого платья, как вы поняли, не спереди, а сзади. Посмотрите, как красиво. Такое ощущение, что это школьный фартук. Вот мне напоминает как раз-таки школьный фартук. Ничем не отличается от описания. Все соответствует описанию и размерной сетке. Единственный момент, мне кажется, как-то чересчур открыты рукава. Юбочка тоже не слишком короткая. Платье непрозрачное, смотрится очень даже красиво и качественно. Швы все ровные, ниточки не торчат. Я довольна. Итак, дальше. Дальше юбочка. Ее, кстати, я ждала больше всего. Мне настолько понравилась эта юбка. Мне кажется, она такая универсальная. Можно и с кроссовками, которые я недавно купила из Нью-Йоркера. Открываем. Такой материал обалденный, девочки. Ссылочки все будут в инфобоксе. Итак, на минуточку. Дисклеймер. Все товары куплены за собственные деньги, а оставляю я ссылку просто, чтобы вам было удобно. То есть никто мне ничего бесплатно не присылал. На самом деле цвет более такой холодный. Были в черной расцветке, но я подумала, что черный как-то будет банально, поэтому решила взять этот цвет. Я как сейчас помню, эта штука стоит $10. Причем в других расцветках стоила чуть дешевле. Но в любом случае ссылка будет, вы сможете посмотреть и сами понаблюдать. Но юбка просто шик. Следующие маечки. О, вот это, кстати, я больше всего ждала. Надеюсь, что она не будет супер огромной. Нет. Здесь размерчик нормальный. От модели зависит размер. Надо обязательно смотреть на сеточку. Не берите большие. Но это, я думаю, сядет просто идеально. Будет смотреться обалденно. Топик с клубничками ждала больше всего. И, если честно, ожидала, что материал будет немножко иным. Он длинный достаточно. Можно его завернуть. Брюки мои. Специально померила, чтобы сочеталось. И сзади вот так вот у нас обстоят дела. Сзади топик короче, чем спереди. Но я думаю, что ничего страшного. Одела с бюстгальтером, смотрится обалденно. Я довольна, очень приятный на ощупь. Я довольна вообще заказом, очень даже. И уже решила делать еще один заказ, представляете? Настолько я довольна, как слон. Я уже понимаю, о чем идет речь.
Вот эту вещь я просто купила с бодуна, так скажем. Большой минус — просвечивает. Причем очень жестко просвечивает. Прям все видно. Жалко, я это не заметила на фото. Ну, главное, что в области груди хотя бы не просвечивает, но все остальное видно. Ну, размерчик нормальный, я думаю, подойдет. Но вот такие вот просвечивающие вещи я, если честно, не очень люблю. И на фотографии это было совершенно незаметно. Поэтому я повелась, а так бы не взяла, думаю. Но по мере уже будет понятно. Я надела с черным бюстгальтером, но если это сделать с белым, то будет выглядеть нормально, я думаю. В принципе, вот эта вот линия, она должна быть чуть ниже, но если я ее делаю ниже, то у меня очень сильно сразу видна грудь. Я так не люблю. А так, в общем и целом, мне нравится, классно, я ставлю лайк, не жалею о покупке. Правда, материал здесь, конечно, синтетика, но в общем и целом смотрится очень мило. Можно обыграть какими-то джинсами и двумя, например, косичками. Вау! Я извиняюсь, я сначала думала, сделала макияж, как-то красиво сяду, буду это распаковывать. Но знаете, так было бы наиграно, а это естественно, мое первое впечатление об этих вещах. Самое главное, чтобы они сели, но первый топик стопудово будет мне большой, он просто огромный. Так, здесь чашечки имеются, это идеально. Это, кстати, не написано было в описании, вот что плохо. Не просвечивает, опять же. Швы все ровные, материал такой легенький, цвет приятный, такой же, как на картинке. Здесь имеется еще и замочек. О, открывается. Нет, это платье мне стопудово подойдет. Я думаю, что буду носить летом просто с удовольствием. Нравится. Лайк. На мой взгляд, главный плюс этого платья заключается в том, что здесь встроен бюстгальтер. Также я очень сильно боялась, что платье будет прозрачным и еще разрез будет слишком глубоким. И это будет выглядеть вульгарно, но на самом деле нет. Я довольна, все смотрится обалденно. Здесь имеется замочек. Лямки тоже вы регулируете на свое усмотрение и закрепляете вот здесь. По мне просто 5 из 5. Материал очень приятный на ощупь, цвет обалденный, немного темнее, чем указано на сайте. Но это не пита, наоборот, большой плюс. А это самая бюджетная почти покупочка. Ну как самая бюджетная, не учитывая вот эти топики. Это такой тулумчик с шортами. Стоил он $7. Но я заметила, что здесь материал такой плотный, не просвечивает. Ну так, неплохо, хотя просвечивает местами. Но я думаю, носить можно, не критично. Цвет такой яркий, на лето самое то. Самое главное, чтобы декольте сильно открытой не было. Здесь такой разрез интересный, ничего лишнего видно не будет. Также лямки здесь регулируются, это тоже большой плюс. Учитывая стоимость, что эта штука стоила всего $7, я считаю идеально. А этот комбинезончик я думала, что будет гораздо длиннее. Хотя и так он мне очень нравится, красивый, расцветка яркая. То же самое, что и на фотографии. Сидит идеально. Я покупкой довольна однозначно. Ура! Я боялась, что это не придет, так как посылка была просто миниатюрная. Так. Здесь материал мне уже не нравится, если честно. Отзывов было очень мало, но я все равно решила взять. Швы все ровные, все идеально. Материал, ну как-то так себе, если честно. В талии мне будет нормально. Мне вообще подобрать что-то очень легко, потому что у меня стандартный размер. Ой, вы знаете, маечка как будто не из этого комплекта. Вы замечаете это? Здесь и материал совершенно другой. Вот маечка офигенного материала. И хорошо, что я взяла в размере XS. Я заметила, что девчонки, которые выкладывали фотографии в этом костюме, на всех все болталось. Я решила брать не S, а XS. И правильно сделала. Посмотрите, какой огромный XS. Мне нравится. Единственный момент, который меня немного смущает, почему майка другого материала, нежели чем брюки. Возможно, так лучше смотрится, но почему здесь вот так торчит, тоже непонятно. Ну а так, в общем и целом, классный костюмчик, мне понравился. Если бы я его померила в магазине, то обязательно бы взяла. Если я не ошибаюсь, он стоил $14 или 15, что-то в районе этого. Летом буду однозначно гонять с кроссовками.
или просто когда поеду в какой-то поход или в деревню. Кстати, такой костюмчик был фиолетовый и розовый, но как вы понимаете, я обожаю розовый цвет, поэтому взяла именно розовую расцветку. Какая я радостная, господи. У меня такое ощущение, что мне все это подарили просто, хотя я за это заплатила. Обожаю, когда приходят посылки, ты раскрываешь и думаешь, вау! Платье. Но это платье, мне кажется, очень короткое будет, если честно. Цвет не такой, как на фото. Хотя на видео у меня кажется так же. На самом деле он потемнее, чем вам кажется. Ну так, неплохо, коротенько. Я думаю, что я влезу. Мама сказала, что это просто улет. Вот сейчас камера правильно передает оттенок. Сначала надела с бюстгальтером, выглядела немножко вульгарно, так скажем, поэтому решила обойтись без. Как вам, пишите в комментариях, я вообще очень довольна заказом, исключая некоторые моменты. Сейчас я уже меряю и в восторге. Вот эти вот штучки тоже безумно мило смотрятся. Рюрички, длина тоже не супер длинна и не коротко. Прикрывает то, что надо. И не слишком по-бабски длинная. И последнее, что я вам покажу, и что мне пришло, это боди. Боди. Господи, что это такое? Стоило очень бюджетненько, швы все классные, все отлично, единственный материал, но так себе. Но сейчас я это все буду мерить и уже скажу свое окончательное мнение. Не могу сказать, что этим боди я довольна, потому что оно мне мало, то есть я не могу там застегнуть, как вы поняли. Если я застегиваю, это все падает вниз, это некрасиво. Также здесь очень плотный материал, который не пригоден, мне кажется, для лета. Лучше его использовать для зимы, но так как здесь лямки, навряд ли вы ходите зимой в маечках с лямками. Сзади тут вот так вот обстоят дела, но мама сказала, что можно разрезать. И сделать из боди просто обычный топик. Ну, не знаю, как это будет смотреться, но, возможно, такой вариант исхода событий. С одной стороны, хорошо, ничего не просвечивает, материал плотный. С другой стороны, на лето как-то будет жарковато. Хотя, в принципе, можно осенью носить снизу, например, такой боди, а сверху какую-то жакетку. На этом все, мои хорошие. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если ждете дальше такие распаковки, то обязательно пишите в комментариях. Буду обязательно снимать для вас. Всех люблю, целую.